Здорово! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И сегодня, ребят, вышла анимация, да, ребят, по инди-кроссу. В общем, этот проект, он просто офигенный от Мора. Это, если что, бывший разработчик инди-кросс Friday Night Funkin'. Ну, мы играли в эту модификацию, но он ушел и, в общем, решил вот анимации делать. Поэтому давай-ка поглядим, что там, возможно, это хайпанет. Понравится тебе, не знаю. В общем, давай смотреть, родной. Давай глядеть. Тебе приятного просмотра, аппетита. Погнали. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем, из всяких инди-проектов, в общем, совместили их, скрестили. Как вот видишь, Show Night, Cuphead, Show Night, Undertale. В общем, сейчас посмотрим. Вот тут написано... Типа, реакшн должен содержать настоящий голос, все дела. То есть, тут специально предусмотрели. Ссылочка на оригинал в описании. Ну вот он, смотри! Так, идет! Ну, о чем вы говорили в том сообщении, которое прислал мне Альтиус? Конечно же, будьте бдительны, так как у меня плохое предчувствие по этому поводу. Хорош, пойдет мне перевод хороший, ребята. Хоть понимаю, стой, нормально. Уф. Я, кстати, вот в эту инди-игру не играл. Я видел, в Стиме она там продавалась, Лопата-рыцарь. И может зря, может как раз и стоит поиграть, ребята. Может к этому все и ведется. Посмотрим. В общем, порталы появляются. Ух, братан, как тебя нарисовали красиво. Ты просто смотри. Блин, офигеть, он чисто использует эту лопату, а? Так, ну что же? Что, уничтожит? Ну, конечно. Давай, ну-ка, надери. Блин, у меня что-то такое приятное воспоминание, ребята, когда мы Madness Combat с тобой смотрели. Ох, когда Кринкельс уже... Новый эпизод, быстрее мы ждем! Может спокойно так? Конечно, у него же лопата, братан, давай! Подкапывай себе! Пути отступления! Хорош! Блин, что за лопата такая? Вообще хорошо, не разрушается, а? Что, я думаю, суперсила какая-то вонь зеленая появилась. Я думаю, фу, типа... Блин, надо поиграть обязательно, мне очень прикалывает, ребят. Блин, боже, как это офигенно сделано! Хорош! Следующую атаку, и здоровяк, сюда. Этот перевод имитирую атаку! Эй, здоровяк, сюда! Сюда! Блин, хорош, ну блин, насладиться, блин, это... Тут есть что-то такое особенное. Ну, конечно. Следующую атаку и здоровяк. Сюда. Обязательно посмотрите оригинал, ребят, конечно. Так, ну что же? Ой-ой-ой, родной, что там с тобой? Да, можно подумать, что это больно. Я буду с вами откровенен. Я удивлен, что это не так. Я имею в виду бокс в самый подходящий момент. Хорош, Cuphead! Ну, блин, ну это я обожаю, ребята. Это я, вот это вот чудика, чашка-головика. А что там, Магман тоже будет? Походу, крышка им. Такое чувство, ребята. Ну, не знаю, одна надежда. Просто одна надежда. Undertale, фриз. Боже мой, да. Блин, как я соскучился по Undertale, ребята. Undertale, Ост, 001, однажды в сказке «Рыцарь лопаты».
это слишком много незнакомец. Их силы растут в объеме, мы просто не подходим друг другу. Кубоголовый, совершенно очевидно, что вы никогда не участвовали в Родео с Кубковым Мейстером. Я только что приехал сюда. И вопрос о том, чтобы бросить это заведение, не стоит у меня на уме. Отступление, отличное предложение, доблестная говорящая фляжка. Слезайте, я могу взять их с закрытыми глазами. Сейчас не время для серьезных разговоров, волшебная фляжка. Я чаша. Си фонтан различных подношений по-прежнему остается фонтаном. Вы ведь не часто бываете здесь, не так ли? Фляжич. Ребята. Возвращайтесь в исходную позицию. Сосредоточьтесь на поиске негодяев. У нас не так много времени. Я могла бы разнести их мерзости на куски, если бы вы меня не потащили. Коунай. Тоже, ребята, вот надо поиграть. Блин, нифига себе, сколько эмоций просто дарит, а? Эта анимация. Фриск! Эту анимацию и что там за число над головой, я понимаю. Узнаю везде. Капец. Просто, боже, аж до мурашек вот это вот. Ребята, кто играл, напишите обязательно в комментариях, в какую игру. Ну, Cuphead, Undertale, 100% вы должны были сражаться играть. Сражаться с ними слишком опасно, они превосходят нас по численности, их много против парочки человек. Какая логика идет вразрез с простой математикой? Ну что же, дайте мне подумать. Два придурка против плохого парня равно большая вероятность проигрыша. Вы позорите математику Всевышнего в целом. Да? Ну что же, ваш всемогущий может это засунуть? Я брался за дела покрупнее и покруче этого. Это так легко сказать до тех пор, пока вы не будете знать, с какими врагами вам приходится иметь дело, о чем вы явно еще не знаете. Ну погодите-ка, откуда мне знать, что вы не просто какой-нибудь дурацкий болвана. Я только что спас вас. Я только что спас вас, вы ничто. Боже мой. Не, ну понимаешь, свои, конечно, прелести этого перевода. Чтобы получить удовольствие от того, что убьете меня в одиночку. Вы думаете обо мне так низко, я понимаю. Эти доспехи не означают ни жилки, ни злобы. Это клятва бороться с большим злом впереди. Если бы я только подумал, ты злой человек, я бы убил тебя прямо на том месте, где ты стоишь. Вот так вы думаете, что у вас есть более высокие позиции? Думаете, что можете просто убить меня прямо здесь? Причудливая фляжка, я чашка. Да, друг, я не хочу вас пугать, но у вас нет никакой доблести. О, вы не можете просто так называть меня друг и затеял подобную драку. Вы хотите, чтобы я подрался с вами именно так? Вы получите этот бой, если не перестанете хлопать губами, смотрите на меня насквозь, делайте все, что должны, но именно вас я спас, именно вас нужно спасать. Именно я буду выполнять свои приказы. Отойдите, на землю. Боюсь, вам придется убрать мои ноги, если вы когда-нибудь ожидаете, что я встану на колени, незнакомец. Меня зовут Кубхёд, и вы переходите черту дозволенного. Кубхёд! Хорошо, я Диндон. Рассеянный баф. Волшебный... Боже мой, ну хотя бы мы смысл понимаем, ребят, 100%, мы поглядим. Скорее всего, русская озвучка в русском дубляже будет, но уже на других каналах, возможно, переглядим, чтобы понимать. Для дураков. Это я. Это я. Так, ну что там за битва-то сейчас будет? 100%, он его капец там. Маделин. У меня так много вопросов. О, здравствуйте. Вы меня немного напугали. А ой-ой-ой. Вы случайно не знаете, как отсюда выбраться? Эй, полегче, а теперь, пожалуйста, уберите этот нож. Я не знаю, кто вы такой и чего хотите. Так что не могли бы вы просто опустить нож и поговорить об этом? Знаете что? Идите вы к черту. Мягонько по словам, короче. Яндекс Алиса. Это чересчур, вам не кажется? Ух, нифига, у нее способность, смотри. Ей пофиг. Да ей пофиг. Господи, она как One Punch Man просто. Бадлин, Найс перевод. Шикарно. Бедный чашек.
что-то вот, знаешь, какие-то примеры реально в голове сразу оп-оп-оп появляются. То же самое, вот как Фриз, как Ван Панчмен, Капхэт, как Луфи, Манки де Луфи, ребята. Какой-то он такой. Ну, либо, ля, Наруто, да, типа техника раздвоения какая-то уже тут пошла у нас, смотри, гляди. Блин, я не представляю, сколько он на анимацию вот чисто потратил, ребят. Я не знаю, Мэдлин. Это было решение за долю секунды. И теперь мы никогда не узнаем, выжили ли они. Но, честно говоря, они преследовали меня с ножом. Я не думаю, что у них были благие намерения. Давайте не будем беспокоиться об этом сейчас. Давайте мы не хотим оставаться здесь дольше, чем это необходимо. Ты слышишь это? Рыцарь, опустите руки вниз, маленькая чашечка. Все готово. Вы поднимите их вверх. Я еще не закончил. Бороться бесполезно в вашем нынешнем состоянии. Но, нет, вы правы. С меня хватит. Маленькая чашечка Купхет. Прежде чем вы собьете меня с ног, скажите старейшине Кетлу и Макси, что это я сломал штакетник. Я что именно? В ино этого бы не случилось, если бы мой брат отдал мне этот дурацкий йо-йо. Он такой: о, тупоголовый, вы пользуетесь им уже несколько часов, это моя очередь. А я такой: ну ты использовал это. Ну я не могу вспомнить, когда именно прямо сейчас, но ты определенно использовал это, и я. Эй, что это дает? Если бы мне предстояло убить вас, мой друг, я бы уже давно это сделал. Но вы и сами выглядите изрядно потрепанным, шеф. А вот это. Старейшина Кетл и Макси, извините меня. О, Нона, не обращайте на меня внимания. Вы, кажется, придаете могучую силу тем, кого вы считаете своей семьей. Мои раны затянутся, но ваша жизнь зависит от того, будете ли вы сильны ради старейшины Кетл и Макси. Хорошо, что это такое. Что привело вас сюда? И веселый. А, вам все равно не понять. Так откуда же вы все-таки набрались таких приемов? Он нанес удар правым хуком из ниоткуда, как Каблауи. Ха-ха-ха, молодой человек. Рыцарь никогда не выдает своих секретов. Но вы ведь все равно собираетесь это сделать, не так ли? Хорошо, вот вам мой секрет. Я с юных лет много раз обучался древнему колдовству, и все это происходит благодаря этой лопате. Джимми Джем Джонс, эта лопата — это действительно нечто особенное. Я тоже тренировался не один. Многие из моих товарищей тренировались вместе с нами, готовясь ради будущего, чтобы защитить наш народ и спасти тех, кто попал в беду. Какое странное использование лопат. Там, откуда я родом, мы используем их для сбора овощей, рытья ям и закапывания мусора. Покойный. Не пора ли нам двигаться дальше? Нам нужно найти безопасное место. Это было неловко или что-то в этом роде. Я уверен, что вы, должно быть, скучаете по своей семье. Старейшина Кетл и Макси — великие небеса. Разве это не его имя? Да, вон тот шут. Я разнесу вас вдребезги. Капец какой. Ладно, ну русская озвучка 100% скоро будет, так что переглядим, если что. Блин, ну от Яндекса тоже, конечно, прикол. Так, ну я даже не знаю, слушай, Фриск, я ставлю на Фриск просто, я не знаю. 90 хп. Нормально, 19 левел. Я вообще даже не сомневаюсь, ребята, тут... Куда ножичек, куда? Блин, ну это топовая команда, конечно, собралась. Я охренел. Инициирую команду отзыва для всех беспилотных летательных аппаратов. Повторяю, все беспилотные летательные аппараты немедленно возвращаются на исходные позиции. О нет. Так, кто это сделал? Стоп, это Фриск все-таки или...
Извините меня. Мы не настроены враждебно, мы просто ищем выход из этого места. Как вы думаете, вы можете нам помочь? В нынешнем состоянии мои полномочия очень ограничены. Короче, энергия закончилась. Если вы хотите выбраться отсюда, вам нужно быть осторожнее. Очень критически маленькая энергия. Блин, на самом интересном, просто на самом интересном месте. Ты понимаешь? Никто не понимает, кто тут друг, кто враг, как бы. Блин, ну это очень круто. Это очень круто, ребята. Не знаю, ну понятное дело, что если бы была бы нормальная озвучка, я бы еще раз тебе говорю, чтобы мы посмотрели бы с ней, но в принципе пойдет. Пойдет, ребят. Ну, для такой анимации, конечно, сверхохрененный, крутой. Эта озвучка немного, конечно. Ладно, пойдет. Блин, ну это очень круто было. Боже мой, это просто имба. А 100% же еще другие персонажи там появятся, понимаешь? В новых, как бы, эпизодах. По-любому. Боже, надеюсь, они будут... Будут пилить. Потому что это просто круто. Это очень круто. Но тут видишь еще, в чем прикол. В том, что я вот, например, не играл. Целеста или как ее там, блин, как там в начале было, помнишь? Игра называлась Целеста. Вроде как-то так. Hell Knight я не играл, понимаешь, шоу? То есть я только в две играл, и более-менее я могу по ним что-то хотя бы сказать. Вот. Макси, хорошо, что это... Короче, надо играть, пацаны. Спасибо, что посмотрели. Блин, это просто офигенно. Это просто офигенно было. О, тихо, там что-то еще, боже мой! Что там еще? Стоп, это то такое, я думаю? У моего... Господи, не-не-не, я почему... Dead Cells. Да, да. В общем... Лайкосик. Залетайте также в Телеграм. Бай-бай, дорогие братья.